Смотрите, какая у меня сегодня капуста на столе. Настоящий ежик. Эта капуста называется романеско. С этой капустой мы сегодня будем готовить два блюда. Салат и романеско в кляре. Давайте готовить. Вот такое разнообразие для нашей капусты романеско нужно нам для приготовления наших блюд. И капусты нам нужно ее разделать. Мы ее помыли, обсушили, а теперь мы разберем вот на такие маленькие соцветия. Вроде бы был маленький кочан капусты. Смотрите, сколько у нас получилось соцветий. Вот с таких вот больших мы будем делать кляр, а вот с таких вот маленьких мы будем делать салат. Вода наша закипает, мы ее подсаливаем и бросаем лимонные дольки. Окунаем нашу капусту романеско буквально на 4 минуты, больше не надо, иначе она будет потом жесткая. Поэтому ровно 4 минутки засекаем и варим ее 4 минуты от момента закипания. Все проварилось, мы выключаем, достаем нашу капусту и в холодную воду. Видите, у меня здесь лед даже лежит. Вот как видите, вот он. И опускаем буквально на 1 минуту в ледяную воду. Опустили, даем остыть и начинаем делать наше блюдо. Все наше. Капуста готова. Мы ее высыпаем. Вот она у нас и не разварилась. Самое то, что нужно. Ежечки прям такие получились. Ну, приступим к формированию блюд. Мы посахарим немножко, они будут очень вкусные, просто немножко. Вот они пускай постоят, поверьте, это очень вкусно. Все овощи остальные, перец, огурчик, все овощи, перец, огурчик, если есть яблоко. Так, делаем соус. 2 столовые ложки растительного масла. 1 столовая ложка выдавленного лимонного сока. 1 десертная ложка вот этой горчицы. Соль пол чайной ложки. Все перемешаем, чтобы соль растворилась. Поливаем наш салат. Посыпаем зеленью. И вуаля, наш салат готов. Можно и к празднику, можно в обычный день вот такой салат приготовить. Очень даже вкусно. Делаем кляр. Берем 2 яйца, 6 столовых ложек просеянной пшеничной муки,
соль и перец по вкусу. И перемешиваем, чтобы не было комочков. Берем 1 стакан растительного масла. Оно у нас уже закипает. Чтобы сильно не трещало, немножко бросила я туда соли. Значит, берем наш кляр, берем наше соцветие. И вот таким образом окунаю соцветие наше. Два зубчика чеснока выдавливаем поверху. Просто как бы сбрызгиваем. Второе блюдо наше готово. Вот смотрите, какая красота. Перед подачей на стол, конечно, салат этот нужно будет размешать. Ну, а капусту кляре можно кушать с любым соусами, с любым гарниром.